Пацаны, подруги, друзья. Вроде тут не холодно, это так кажется. Лучше не раздеваться. Да? Так, 50-й, да? 80-й Сколько игр? Две. А, вот одна была, сейчас вторая, да? Угу. Это, получается, 5 часов закончим, да? Угу. Thank you.
команд участвовало? 5. Где наши? Томск, Урал, еще как? Сибирь. А, Новосибирск. Сибирь сегодня обыкала. Угу. Thank you.
та игра хуже.
Чуть перекладываю.
30 минуту забыл. Поддерживаем. Чем? Поддерживаем кондиционирование, вентилирование. Даже в жару за 30 градусов на улице было. Здесь 15-17 градусов. Ну, то, что нужно. Зимой тоже самое. Сейчас пойдем с тобой на градусник. Очень даже правильно, потому что... Вот здесь Эдуард Александрович записывает все. Вещь уже что-то пошел. Ведет историю. Тут ставят. Давай, давай, давай!
помните второй год. Они тоже не могли. Быстро там, минуты три. Минуты три, не больше. Я тоже как раз забили, а я отвернулся. Здоровался, кажется. И с тобой, по-моему, поздоровался. Давай, давай! Да, минуты три где-то, не ранее. Там было, по-моему, 20-30 шла, а здесь, наверное, 33-я, может. Опережение все время на скорости, видишь? Да. Че? Тренер. Я сейчас посмотрю. Не видно отсюда. Вот ты, на который встал. Сейчас сел. Ну. Сейчас будет проходить. Уже время вышло. Так а не добавляет? Добавил. Thank you.
придавили. Опять удар. Так а что время сколько? Ну, он завидел, посмотрел на часы. Ну, по своим, наверное. Thank you.
рублей перевезет, что-то на программу. Сейчас кончится игра, посмотри. Thank you.
вратаря поменяли. Ну, кстати, не важно, если честно. Слабенько. Больше всех орал. Yeah.
продал карточку. Угу. Еще время-то есть. Карточку. Thank you.
Нельзя закрываться руками. А, когда в него? Ну, створ ворот летит. Даже если в лицо летит, закрываться нельзя. Рукой все равно. Нас не было. Такие правила. Сейчас будет стоять.